Свыше 2500 наркопреступлений выявили в Казахстане с начала года. В МВД говорят, основной трафик запрещенных веществ идет с трех направлений, а моногорода выступают перевалочными базами. Условно можно выделить три основных направления наркотрафика. Это центр с городами Балхаш, Караганда, Темиртау. Юго-запад – это Шуйский район, город Тараз, Шымкент, Кызылорда, Ақтөбе. Юго-восток – Қонаев, Талдықорған, Аягөз. Именно в указанных направлениях нами усилены заградительные меры. При этом наркопреступность активно завоевывает интернет. С начала года пресечена деятельность свыше 1500 чатов и каналов распространения. Еще одной проблемой является скрытая реклама наркотиков на сайтах объявлений. Выявляется по несколько тысяч такого рода контента. За этот год мы более 1600 таких ресурсов, направленных на распространение информации о наркотиках, направили в уполномоченный орган для блокировки.